Здравствуйте, уважаемые трейдеры, с вами Роман Шевченко, и сейчас мы рассмотрим еще один торговый сигнал на покупку от зеркального уровня. Я думаю, что вы в принципе уже все знаете, что я стараюсь торговать исключительно от зеркальных уровней, тем самым существенно увеличивая соотношение по риск-прибыли и, конечно же, уменьшая количество убыточных сделок. Сегодня мы с вами рассмотрим еще один пример. Таких примеров, к сожалению, достаточно мало, но они встречаются, и их необходимо отрабатывать достаточно активной торговлей. Хорошо, друзья, переходим на реальный ценовой график. Мы видим, что уровень сопротивления был сформирован тремя точками. Это валютная пара евро-фунт, часовой график. Мы видим, что трижды цена тестировала определенный ценовой уровень сопротивления, и пробить получилось лишь с четвертой попытки. При этом важно обращаю ваше внимание, что дневка зафиксировалась выше этого уровня, тем самым подтверждая способность цены продолжить рост. Конечно же, открывать длинную позицию, сделку на покупку, мы можем только в тот момент, когда цена скорректировалась. И желательно, чтобы она скорректировалась к данному уровню сопротивления. Раньше он был сопротивлением, теперь, конечно же, поддержка. Мы выставляем отложенный ордер на покупку у данного ценового значения. Стоп-лосс идеальнее всего разместить за последний минимум, но расстояние до этого минимума очень-очень большое. Поэтому было принято решение выставить отложенный ордер стоп-лосс на расстоянии 18 пунктов, или же 0,2% от стоимости данного актива. Соответственно, тейк-профит у нас должен быть как минимум в 3 раза дальше. Но было принято решение выставить ордер Take Profit у психологического уровня сопротивления 0.8620. Обращаю ваше внимание, что соотношение по риск-прибыли получилось лучше, чем 1 к 3. И при первой возможности, точнее сказать даже, когда цена только лишь пробила последний максимум, вот эта зона консолидации, мы сразу же стоп-лосс сместили в зону без убытка. Соответственно, в этот момент мы уже абсолютно ничем не рисковали. Советую абсолютно всем поступать таким образом. Как только обновляется максимум, сразу смещаем стоп-лосс в зону без убытка. Подведем итоги. При депозите в $500 и торговле всего-навсего 0,1 лот, мы бы рисковали не более чем $23, при этом смогли заработать $80. С моей точки зрения, это очень-очень хороший финансовый результат. Еще раз обращаю внимание, всегда выставляйте грамотные ордера стоп-лосс и тейк-профит. Благодарю всех за внимание и до встречи в следующих обзорах торговых сигналов. Удачи всем!